Всем приветики. В Hitman Sniper добавили обновление новогоднее, в котором теперь он сам выглядит как Дед Мороз. В шапочке такой с бородой. Снайперку добавили новогоднюю. Ну, правда, ее можно только купить, так ее не дают. Вот. Вот она сама снайперка. Такую снайперку добавили новогоднюю. Помимо этого, на самих миссиях тоже стало интереснее. Сейчас это можно будет увидеть. Вот, теперь какая тут стала красотища. По бокам стоят елочки, такие красивые. Вот они, с одной стороны елочка такая красивенькая стоит. И с другой такая же. В таких шариках, гирляндах мигающих. Под ногами у него стоят подарочки. Снизу особняк весь тоже видно в елках. Вон несколько елок мигает. Плюс сани, в которых сидит Дед Мороз. И олени, которые его везут. Вот. Охранники теперь в шапках новогодних дедморозовских. Цели, которые главные цели. Здесь гирлянды тоже везде висят, носочки всякие. Цели, которые важные цели, они теперь вот они как выглядят, полностью одетые в костюм Деда Мороза. И здесь еще есть типа снегурочки, тоже такие, вон они, одетые в костюм Деда. Но это тоже цель. Просто если цель женщина, то у нее свой костюм. Вот. Интересненько так сделали, прикольно выглядит все. Чувствуется сразу атмосфера праздника такого. А наша цель где-то там, по-моему, на улице. А нет, не на улице, в доме. А вот что значит вмешательство, я понять никак не мог. А нужно было убить охранника, который хочет поднять тревогу, все понятно. Теперь все понятно. Музычка еще такая новогодненькая. Вот, на этом все. Всем пока. Давай.